Всем привет, с вами Айсрок, и меня попросили сыграть с веб-камерой, очень много людей меня просило, я так уж и быть согласился, я думал, что поиграть, и решил сыграть опять финал Лиги Чемпионов Pro Evolution Soccer 2009. Я сыграю опять финал, без веб-камеры я сыграл финал и выиграл, со счетом 1-0 забил Баптиста, ну кто смотрит, в общем, знает. Я решил сыграть теперь, в общем, совсем другим составом. Перейдем к матчу с формы. Форму будем. Сыграем формы в этот раз выездными. Так, став нужно совсем поменять. Ну все, как бы матч начинается. Ну вы видели все, что показывает, так что перейдем сразу к делу. Наверное, я не буду прерывать трансляцию ни разу. Скорее всего, поиграю весь матч. Так, у меня... В общем, я поменял весь состав. Я не знаю, как я сейчас буду играть. Просто поменял весь состав. Я не знаю, реально ли этим составом я бы могу там ударить. А хотя, может, все даже быть. Ну ладно, посмотрим. Ну, половину вы знаете тут. Исполнителей, как таких, как Делере, Джолио Баптиста. Вы знаете, кто тут. Ну, тут почти все выходили пару раз на замену. Но, чувствую, ситуация будет у Ювентуса под контролем полностью. Так, сразу же врываются нападения. Чего? Савиола. Самый бескоростной поцик Савиола. Так, как он... Дец. Так, поздно Савиолу. Савиола, на, понятно. Понятно. Я должен сегодня выиграть, потому что в игре надел футболку Криштиану Роналду, тут присутствует значок Реал Мадрида. Вот здесь, тут, на правой груди. Так. Еще что-то пытаемся сделать, но... Красных игроков у нас такого не будет. Так, заброс на Комаранези, опасно. Марсело. Выбирает мяч. Баптиста. Развернулся, красава. Савиола. Марсело подключается. Хорош, в разрез на Марсело. Буено. Буено, Буено. Дерьмо, короче. Опять заброс на Комаранези. Сейчас Баптиста за ним бежит. Ну и забирает мяч. Савиоли не дают принять мяч. Опять заброс. Бедек. Все у нас по коньячке. Понятно. Так похоже у основных исполнителей. Риск Орел хоть и у второстепенных. Так, заброс на Аквинита! Удар! Ой, туда спасай! Что? Головой, фу! Вот это да! Подача! Выбиваем! Фу! Вот это да, Буено! Нужно выходить! Как Буено налегке. Выбирать мяч. Пяточками пасуем. Еще один пас пяточкой. Диара, Баптиста, Савиола, спасой, Буено, забрать, много не хватило, Диара, таду, пиздец вы косые, Диара, хорош, хорош, Буено забивать, ну, Диара, ты можешь приложиться, ты, где ваша сила, Гарсия принимает. Прием, как у меня был за годика. Ой-ой-ой. Да, вот первый момент. Я от этого состава ожидал, конечно, меньшего, но не доказываю, что ими можно играть. Понятно, ну, моментами доказывают.
Подача! Яра, вы куда? Фух, повезло нам. Завела. Отобрали. Баптиста, что за прием? Я в шоке. Райх, красава. Штрафной. Ну, разыграли. Отлично. Ну, немножко. Ток. Показывается. Ну, мяч. Не дать ударить. Ой. Желтая. Кому желтая? Медзелдер. И что будет? Штрафной. Хноранель. Почти с линии. Удар. Стенку. Делорет. Поставляет себя. Не даем ударить. Просто вынести. Отлично. Еще и нормально выносят. Да. И штрафной. Нормально. Полсы подавать будет. Каждый с каждым. Поздно Келинин, но Мадзелдер его спокойно останавливает. Луяно. Ну, Савиола. Теперь, знаешь, это, конечно, у нас состав не из лучших. Штрафный. Так, ой-ой-ой, удар. Офсайд, там офсайд. Офсайд, не-а. Офсайд, обломись. Облом. А понятное дело, что там офсайд. Там у нас подходит к концу, игра, можно сказать. На равных, но Ювентус, конечно, контролирует мяч. Особенно минута. Буэно. Может что-то сделает Буэно. Что-то пытается. Пытается! Можно ударить. Там я успел, первый темп подошел к концу. Так, статистика матча. Да, конечно, владение 47-53, нарушение 3-2, удары. Ну, Ювентус, конечно, 7 ударов, 5 ворот, 2 удара, 1 ворот. Ну, замены, что заменами. Не, наверное. Так. Мигель Торрес нас еще ни разу не играл. Наверное. Вот это. Вроде все у нас играли. И Одинахай выйдет вместо вратаря Лубика. Так, все. Так, просто экспериментирую с там. Так, все, можно начинать. Погнали. С Богом. Фух. Ювентус разыграет мяч. Еще продержаться в тайм. Желание даже забить. Как сейчас. Так, Деларет. Так, неплохо. Буйно. Баптиста. Баптиста. На резкость не хватает Жулио. Медбет спокойно. Выносит, верхом играет. Ювентус. Баптиста, ну прими мяч. Так, Яра, отлично. О, назовел. Ай-яй-яй. Савиола еще что-то показывает. Что-то пытается сделать Савиола. Подачка. Немного перелетела. Было выпрыгать, думал принять. Ну ладно, ладно. Уже 55 минута. Время потихоньку, потихоньку. Можно поджимать его. Так,
опасность овёл. Ну, что ж ты такой медленный? Ой, леха-муха. Так, берите мяч вдвоем. Так, спокойно. Я херею, просто херею с этих игроков. Ну, один иди. Фух, как же сложно с ним играть. Гарсия сам. Опасно. Буйно. Ну да, буйно, нож, бревно. Савиола. Буйно опасно, Савиола точнее. Мегапас. И теперь Лаквинита бежит вперед. Ну бежи за ним. Удар. Ой-ой-ой. Сейф от Година. Серьезно, серьезно. С ближней. Ничего так. Так, угловой для нас-то. Всегда. Опасно. Сука, выбей, блядь, пенальти, ебать, ай-яй-яй. Марсело хвалит. Желт. Блядь, как я в ногу попал, сегодня хочу. Нужно тащить, так, перейдем на клавиатуру. Блядь, я угадал угол, сука. Пидорас. Пидорас. Блять, как, сука? Угадал угол, ну прыгни, ты ж нормально. Аж микрофон погнулся на наушниках. Разочарование, ну ничего, ладно. Савиола, хорошо. Белореда, да? Уже 67-я. Ну сам я себе могу сказать. Буйно, можно забить! Далеко отпустил нас, далеко. Так, а вот. Птиста. Птиста, ну пасуй. Савиола, хорошо. Пас на Делореда, можно бить! Понятно. Там Буфон, там не какой-нибудь там Вася со двора. Хотя у нас Вася во дворе неплохо стоит. Ну. Пасы у нас, как обычно, стандартные. Марсело, Марсело, как ты не выбил мяч? Савиола. Не будешь штрафовать? Нет, мяч. Ну. Ювентус в очередной раз подкупает. Они всегда, все команды подкупают. Судью я не удивлен. Буйно. Отлично, на Баптисту. И Баптиста ударил в руки. Тут была небольшая заминочка у меня. Так, Арсия. Понятно. Основа Маурю, есть пространство. Нельзя давать ему пространство. Так, спокойно, бежит Торрес. На Савиолу пас. Хорошо. Понятно, у вас пасы, конечно. Большую часть пасов мы порим. В таких случаях побежать, но не бежит. Пусть это отбирать нужно. 83-й уже. Ювентус мстит. Мстит Ювентус. Конечно, второй состав. В основным раскатать. Ой, ну Диара пошел. Хорошо. Савиола. Можно ударить. Да быстрее булками своими шевели. Пиздец. Отлично. На Диару. Хорошо, Диара. Савиола. Да. Марсело отбирает на Гарсия. А, тут Баптиста. Ну, Баптиста, классно. Хорошо, отбери.
90 уже. Нет, Лакминита. Выходи, вратарь, выходи. Руки. Выбивай. Одина, выбивай. Так, Одина. Все. Отомстил нам Ювентус. Ну ладно. Да, печальненько, конечно. Ничего, хай порадуется. Уже не играли. И то я мог забивать. Я мог забивать, но... Ладно, не печалимся, все это смотреть не хочу. Да. Очень, конечно, печально, но ладно. И на моей улице когда-нибудь Розовик Спряника перейдется. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр. Это был первый выпуск с веб-камерой. Кому понравилось, ставим большие пальцы вверх. Чем больше лайков, тем больше видео. До скорых встреч, с вами был Асрок.